Здоровчики, ребятки, с вами Хася. Ну что, не успела выйти новая ветка чехословацких тяжелых танков, так у нас уже появилась информация насчет новой ветки. Давайте начнем с того, что... Ну, последняя ветка вышла не самая удачная, потому что немногих-то она заинтересовала. Я пока что не качаю, ну посмотрим, может быть, присмотрюсь. Я поиграл на них, ну, я не в восторге. То есть, ну, неплохой танк, но ничего особенного. Ну, будем надеяться, что следующую ветку сделают поинтереснее, в чем я на самом деле очень сильно сомневаюсь. Не забываем прожать лайк этому ролику, написать комментарий, там, подписаться на канал, ну, вы все это знаете. И переходим по ссылочке в описании в телеграм-канал, потому что сегодня подходят результаты розыгрыша на коллекционные танки, премиум-танки, там можно поднять жирка. Сегодня заканчивается, поэтому у вас еще есть время поучаствовать. Ну, и, в принципе, подписывайтесь, потому что там постоянные розыгрыши. И не забываем, что спонсор этого божественного видео компания OneX с балдежнейшими коэффициентами на матчи, но не только на матчи, потому что там еще есть слоты и многое другое, а также есть регистрация в один клик без паспорта, пополнение без комиссий, ну и вывод без потерь на большинство платежных систем, а еще есть промокод, который дает новичкам до $550 на первый депозит, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ну а мы пойдем с вами ознакомливаться с новой веткой. Новая ветка — это не тяжелые танки и не ПТ, слава богу. Нас ждут польские средние танки. Если честно, я в большие танки не очень-то играю и давно не играл, но я знаю, что они там есть. И поэтому мы будем смотреть на примере больших танков. Ну а что делать? Хотя посмотрим, как они выглядят и что они себя там представляют. Понятно, что это совсем не то, что будет у нас, скорее всего, потому что у нас в Блице что-то тут мудрят, пудрят, хотят сделать все по-своему. Но в общих чертах, в принципе, интересно. Веточка будет идентичная. Вот веточка, которая будет у нас. И вот та ветка, которая есть уже в больших танках. Ну, она один в один. Главное, чтобы было так все и как в ББ. По характеристикам хотя бы. Хотя по характеристикам ничего выдающегося нет. Посмотрите на таблицу сравнения с другими танками, которые есть у нас уже в Блице. Понятно, что, ребят, я понимаю, что это абсолютно не то. Это бред полнейший так делать. Но, по крайней мере, в... В рамках больших танков CS-63, это топовый танк польский, он ничем не выделяется, по сути. Но давайте начнем с 8 уровня, потому что семерки, шестерки нам не интересны. На 7 уровне нас ждет CS-53. Названия там вообще на самом-то деле очень невеселые, плюс-минус одинаковые. Не знаю, как их называть, потом 53-ка, 53-ка есть, морковский. На 9 уровне нас ждет CS-59. Ну, уже немножко поинтереснее, но тоже пока что, ну, такое. Такое. И на 10 уровне. CS-63. Что в этом танке есть интересного, по крайней мере, в больших танках? Ну, по сути, ничего. Вот можете еще раз посмотреть на таблицу сравнения, но он ничем не выделяется практически, кроме одного. У CS-63 установлен газотурбиновый двигатель. Что это такое? Это такая механика есть в больших танках. То есть ты кнопочку нажимаешь, у тебя через 2 секунды двигатель переключается в другой режим и начинает работать более мощно. То есть танк едет уже не 60 км в час, а 70, разгоняется быстрее. То есть он едет, ну, там, как легкий танк, по сути. Но при этом ты, конечно же, страдаешь и теряешь в точности стрельбы на ходу. Это понятно. Прям солидно так. В принципе, чтобы долетать до каких-нибудь перекаточек, каких-нибудь мест интересных, подсадок, классная штука. Но я 1000000%, ладно, давай не так, 99,5%, что фигушки нам такое в Блице завезут. Ну, во-первых, карты у нас небольшие, то есть это не ББ, конечно. А во-вторых, жаба задавит. Ребята из Wargaming, скорее всего, что я думаю, что это Wargaming будет этим заниматься, скажут: ни хрена, мы сделаем по-своему. Мы сделаем вот такую механику, которой нахрен никто не будет пользоваться, но она типа не как в больших танках будет. Это печально, конечно. Если бы, допустим, даже в Азе, ну, в Азону этому, в ВЗ-55, который сейчас у нас находится в чехословацкой ветке тяжелых танков, в топе, сделали бы орудие как в больших танках, то есть у них есть альтернативное орудие еще, то есть обычное, и барабан на 2 снаряда. Ну, было бы интересно. Да, у нас барабанов, конечно, много уже на 10 уровне. Но все же, нет, мы сделаем вот эту механику. Хотя механика неплохая, окей. Но все равно, то есть, ну, типа, бля, ну, че вы, просто это зажали? Так что ждем, наверное, у CS-63 что-то другое. Если есть ребята, которые играют в большие танки, я уже говорил, что я не играю, напишите в комментариях, что танк...
на самом-то деле балдежный. Просто ты, Игорек, ничего не понимаешь. Вот посмотрел на ТТХ, а ТТХ ничем не выделяются. Я не спорю, что это может быть какой-нибудь очень усредненный танк, но потому что дай ему еще какую-нибудь имбовую тему, кроме этого двигателя, так он бы вообще летал по карте и всех уничтожал. Это понятно. Если вдруг в порядке бреда нам сделают вот этот двигатель, во что я не верю вообще полностью, то его должны просто покромсать полностью, чтобы он не охреневал в бою. Хотя можно было бы сделать, чтобы он охреневал, а через пару месяцев, месяца так через 4, через 5, дать ему немножечко пиздюлей. Понерфить и все. И катайте дальше на своем C63. В принципе, что я думаю насчет ветки? Ничего я не могу думать, потому что ничего пока что нет, никакой информации. Но, кстати, если что, в телеграм-канале новости выходят намного в большем объеме, намного раньше, потому что это телеграм-канал. И если вдруг какая-нибудь информация появится по этим танкам, то она будет, конечно же, в телеге. Даже вот эта ветка, она уже сегодня с утра была в телеге. Вот. Рад ли я вообще тому, что следующая ветка будет СТ? Ну, конечно, потому что я СТ. Вот, я все СТ вкачал, мне делать больше нечего, и поэтому я жду. Но печально в том, что я не верю в Wargaming или в Лесту. Я не верю, что они сделают интересный танк. Я думаю, что это будет что-то типа 62-ечки, такой большой. Не, ну 62-ка, что-то я уже загнул, конечно, да, это же, блин, прыщ. Короче, смесь 62-ки и Паттона, вот я так думаю. Но это еще в хорошем варианте, кстати. Что-то такое более или менее ездящее, что-то более или менее танкующая башня, потому что башня танкует в больших танках. И что-то такое вот непонятное, в общем, потому что непонятно, какая механика будет. Поэтому вот, блин, если была цель у Леста или Wargaming нам запудрить мозги, чтобы мы вообще ничего не понимали, что может происходить с танками, то они сделали, конечно, офигенно. Потому что вот эти вот механики интересные придумывает очень-очень странный человек, и прочитать его невозможно. Короче, пишите свои догадки в комментариях. Будет интересно, если вы где-нибудь попадете правильный вариант. И вы так скажете, я и у Игорька под видосом еще в мае. Сегодня все-таки май еще пока что. Написал, и я знал, что так и будет. Все. Все лавры предсказатели мне. Короче, будем заканчивать. Вы узнали про ветку. Я вам рассказал. Ну и будем прощаться. Всем спасибо за внимание. И покедонский.